сначала мы можем вот здесь отлить зеленый, потому что по периметру вот так идти до этой клетки. Почему? Потому что если мы зеленый пойдем сюда, вот к этой клетке, то мы отрежем вот эту красную от всех остальных красных. Но лучше начинать зеленый, с красной. Потому что до красной точно знает. Ты знаешь, куда она дойдет. Почему? Смотри. Не знаю. Красная в эту сторону пойти не может. Не может, да, согласен. А мы не знаем, насколько вниз она спустится. Красная. А мы знаем. Почему? Мы знаем минимум. Смотри. Вот здесь, если мы посмотрим на этот квадрат. Да. То здесь должна быть хотя бы одна красная. Да. Для красных есть две штуки позиции. А, значит, вот нет. До нижней из этих она точно дойдет. Да. Тогда красный будет точно здесь. Ага. И тогда уже понятно, что здесь будет зеленая. Ну, лучше не решать за нее. Здесь три красные квадратики, значит, здесь зеленые. Да, отлично. И продолжай вверх. Да, вверх действительно надо идти. Не-не, вы что-то говорили насчет того, что пройти. Коля перебил и нарисовал много снизу красного, но вы же собирались зеленый рисовать? Да. Так надо это сделать все-таки. Зеленый пойдет от да. этой клетки. Да-да-да, вот, от этой до этой. Нет, может быть, даже чуть раньше остановится, мы еще не знаем. Может быть, на одну клеточку раньше. То есть здесь точно, здесь точно, здесь точно. Да, а вот дальше, нет, а вот дальше неизвестно. Что вот дальше, после этой клетки, да, можно так обойти, в принципе. Вот здесь должны красные соединяться, две красные. Ну, потому что вы нам объясняли, что иначе, если здесь будет зеленый, то будет плохо из-за... Тут уже три красные, значит, здесь зеленый. Отлично. Здесь три зеленые, значит, здесь красные. Тут тоже три зеленые, здесь красные. Здесь три красные. Вот здесь зеленые. Тут три зеленые. Значит, здесь красные. Все, решила.